стенах «Альма-Матер» состоялось чествование преподавателей и студентов, имеющих достижения в научной деятельности. Многие из присутствующих в зале не просто профессионалы своего дела. Они работают на поприще науки, а это труд, где никогда нельзя останавливаться. Наука – это опора любого государства. И это сказано, эти слова имеют очень большой смысл. Сегодня, когда весь мир развивается инновационным путем, когда открываются новые горизонты и перспективы использования научных разработок, сегодня именно науке принадлежит будущее. И хотелось бы, чтобы наш университет, наши уважаемые преподаватели, профессора, доктора наук, еще с большим энтузиазмом, привлекая молодежь, активно работали в этой сфере. Приветственный адрес от имени исполнительной власти и Совета депутатов со словами поздравлений зачитал заместитель председателя Мозырского райисполкома Сергей Делюк. Мы гордимся, что на территории нашего района функционирует учреждение образования Мозырский государственный педагогический университет имени Шамякина, который объединил в одну большую семью высококвалифицированных ученых различных специальностей. Сохраняя и промножая славные традиции классического университетского образования, научно-преподавательский коллектив университета целенаправленно работает над повышением качества учебного процесса, находится в постоянном творческом поиске, учитывает специфические особенности и требования отраслей экономики и социальной сферы в современных условиях. Хочу вашему коллективу пожелать великих открытий в каждом направлении, творческих успехов, главное – здоровье и терпение, благополучия вам и вашим семьям, всего хорошего по жизни и свершения намеченных планов. Грамоты и благодарности в этот день вручили лучшим исследователям. День белорусской науки – это время подведения итогов для Мозырского педагогического. 2015 – завершающий год по выполнению крупных научных проектов государственной программы научных исследований. Ученые университета выполняли задания 9 государственных программ, причем большинство разработок носят технический характер. В частности, нашими учеными разработана схема оптического интерферометра, который позволяет проводить измерения контроля качества поверхности с точностью, которая ранее не была достижимой. Также нашими учеными обнаружено исчезновение магнитных свойств нержавеющей стали при определенных способах деформирования, что, на наш взгляд, может быть использовано при разработке и изготовлении лопаток турбин авиационных двигателей. Также имеются и другие разработки. Всего университет является патентообладателем на 16 объектов промышленной собственности, таких как изобретения и полезные модели. Торжественная часть мероприятия прерывалась творческими номерами. Концерт традиционно был организован силами преподавателей, сотрудников и студентов вуза. Лидия Поттер, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».